Всем добра, танкисты! Ни для кого не секрет, что недавно стартовал ивент от разработчиков на 50 боев. Нужно было сыграть и можно выбрать наградку. Собственно, Шерман Лозы, 1200 свободки, 20 тысяч серебра или 7 контейнеров мистических. Я сыграл относительно за короткий промежуток времени, наверное, за полтора дня, если так взять на расслабончике, на чиле. А, собственно, я выбираю 7 контейнеров, сегодня хочу их открыть, ну и посмотрим, выпадет ли что-нибудь. Напишите, кстати, в комментариях, выпало ли вам что-то полезное или годное с этих контейнеров. Так, где же у нас контейнеры? Наши замечательные контейнеры. Вот они, что у нас здесь. Ну, собственно, все охотятся, конечно же, за 100 тысяч золота. Так, кредит, где золото, золото, золото. Что-то там 0.01, это 0.01% падения. Мистический сертификат тоже хорошая штука. Как посмотреть, какие танки в мистическом сертификате содержатся? Только когда он выпадет, да? Ну и остальной шлак, там типа свободка, всякие аватары, наши любимые. Ну и премиум аккаунт, так как у меня немного премиум аккаунта, я буду рад и ему. Постараюсь не бомбить, потому что это же халява все-таки. Давайте начнем. Прожимать на лайкосик не забывайте. Напишите что-нибудь в комментариях. А я начинаю. Раз, пошел первый контейнер. Можем мне хотя бы один мистик, если я вытащу из этих контейнеров, то будет уже неплохо. 7к свободки, ну нормально. Нормально, но я хочу мистик или 100к голды. Если, конечно, дропнется 100к голды, я вообще буду пищать мистически. Отлично. Отлично, они уже в принципе себя окупили. То есть, если вы достаете один мистик, это уже неплохо. То есть вы 50к так там катанули. Если два мистика, это вообще просто шик, блеск, ляпота. Собственно, погнали. Давайте мне еще один мистик, пожалуйста. Ну, конечно же, аватар OS Молнии. Остается 4 контейнера. Можно мне мистик, пожалуйста. Мистик, я хочу себе танки, танки на этот аккаунт. Хочу 2к свободки, говнище какое-то. Что за говно-то такое даете? Давай мне нормально, Олеся. Давай мне нормально, мистический там, нормальный, чтоб один день према. Ну, как бы, ладно, у меня и премиум аккаунта здесь маловато на этом аккаунте. Пойдет, но я хочу еще один мистик, пожалуйста, еще один мистик. Я вообще прям буду счастливый, довольненький. 50 тысяч кредит, ну что такое. Все, в последнем мистик, давай. 100 голды. Ну, такое. Если бы, конечно, два мистика мне дропнулось, то я бы вообще довольный ходил, как помидорина. Собственно, коллекционку я бы какую-нибудь выцепил отсюда, очень рад. Но я хочу себе либо вот этого француза, Шкоду я хочу себе, это 27. Так, что тут такого еще интересного-то есть? А тут есть крушитель, там петушитель, всякая вот эта вот трибуда. Уничтожитель есть. Ну почему бы, собственно, себе имбу на аккаунт не заиметь, да? Но мне по-любому выпадет какая-нибудь шняга, типа там вот это вот черчи. Ладно, давайте, погнали, открываем мистический. И давай, казино, казино, пожалуйста. Да, сука, что? Да. Ну я не бомблю. Я рад тому, что дают, как говорится, дают бери, бьют беги. Вот, это да. Матильда, Блэк Принц. Хотя бы какая-нибудь химера выпала, мне бы там 4 миллиона серебра дали, или сколько там дают за нее. Собственно, можно он что-то объединить, даже свободки немножко фарманули. Один день према, 100 голды. Ну, как-то так. Казино работает не в мою сторону. Пишите, ребятушки, в комментариях, что вам выпало. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Я желаю вам всем добра. Не болейте, самое главное. Ну и до новых встреч.